Иванович – город особый. И надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, особенно главной нашей магистрали, которая идет с Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление по железной дороге, воздушным транспортом и наземным автомобильным только будет усиливаться. В минувшем году, надо отдать должное, вы добились определенных положительных результатов. Выросли объемы промышленного у вас производства, экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции, при этом уровень безработицы относительно низкий. В нынешнем году вам предстоит мобилизовать все ресурсы, чтобы достичь нового уровня развития экономики и социальной сферы. И для этого все есть, в том числе и в сельском хозяйстве. Поэтому надо пошевеливаться для того, чтобы произвести товар, на нем заработать. Надо значительно увеличить сельскохозяйственное производство продукции, улучшить финансовые показатели предприятий, это самое главное, и очень важно создать новые рабочие места. Если есть проблемы, нужны продуманные, конкретные предложения по их решению. Люди ждут от нас своевременного решения насущных вопросов, о которых я уже говорил, принципиальности, открытости, искренности на основе справедливости.